Он любил три вещи на свете: за вечерние пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чай с малиной и женских истерик. А я была его женой. Лариса Удовиченко, моя близкая подруга, говорит: не надо мне эти срезанные цветы, принесите апельсины. Да? Вам жена будет: ты, сынок, Толян, хочешь пирожок с капустой или с картошкой? Понимаете, мама, если бы вот этот пирожок был с проводами вот отсюда, и его бы выложили в интернет, тогда бы, может быть, сказала: что? Я извиняюсь, моей будущей свекрови вот такой небольшой подарок в день рождения. Молодец. Счастья, здоровья. Спасибо большое. Прямо к цветам и к розочкам. А когда успел ты? Где успел, а? Заявленный возраст не является настоящим возрастом. Потом для жениха будет, извините, он ребеночка захочет, а у нас уже не детородный возраст. Да ладно, у нас Роза, сейчас настолько хорошо прекрасно. Работает медицина. Я могу с вами выйти справку и показать. Принесете? И справку. И паспорт покажите. И справку, ваш. И могу с вами сходить на пляж и раздеться. Нет, а не надо мне на пляж, я сама могу раздеться, что фору вам дать. И вы хотите в съемную квартиру домработницы? Так как если я работаю вас, без выходных. Смотрите, не давайте, Ань, вас квартиры практически не бывает. Что домработница должна делать? У вас нет детей, нет мужа, которому нужно постирать, погладить, развесить, еду приготовить. Для чего она вам нужна? Чтобы воскресенье это единственное выходное провести не дома, не за уборкой. Миша, обеспечите домработницей. Конечно. Где-то суженый, ты мне очень нужен. Все женаты уже, мужа еще мужа. Спасибо большое. Я просто поддавалась своим эмоциям и плыла над ними. Угу. И вот вы поехали отдыхать, вы стали устраивать ему истерики. Но вы понимаете, что если женщина ведет себя как малолетняя истеричка, о каких серьезных отношениях может идти речь? Эмоции. Ему должно хотеться бежать в семью, потому что умная жена... Клевая, легкая, ласковая, иногда не очень, но интересная, жадная до новых знаний, жадная до впечатлений. Вот тогда ему будет, понимаете? А если вот это вот сидеть? Ну, это уже даже не вчера, это позавчера. Русая коса, седые волоса. Алина, дочь, это вы сделали такую притчу модную папе? Это мое произведение. Ага. Сами я стрим? Ее... разработал и выдал в 2010 году, когда вокруг ничего похожего не было. А вам точно, простите, вы паспорт с собой не захватили? Захватили. Что-то сомнение у меня берешь, что вам 55. Уж прям жизнь-то вас побила. Или постели. Так плохо выглядит? Ну не айс. Ну давай, Саши, давай, что стало-то? Еще пухло уйти. У меня было немало проблем с милицией, у меня была целая кипа приводов, и поэтому в армии меня не взяли. Молодец. Я посчитали, вам так благодарна и признательна за то, что вы все рассказываете, потому что все приходите, да, такие бриллиантовые. Меня, например, напрягает, что вам 60, а у вас нет ни котенка, ни ребенка. Как так случилось? Может, котенок есть? Ну, есть кошечка? Я влюбляюсь, а меня нет.